Человечище с большой буквы, счастья и добра, спасибо. И мирного неба, скорее пусть кончится война. Она кончится. Сейчас Плутон в Водолее. Если посмотреть на планету Земля, то сейчас Плутон в Водолее, который это... Плутон в Водолее обычно появляется каждые 260 лет или 256 лет. Вот если бы Плутон был и Уран, то тогда было бы 100% ядерная война. Такой Плутон в Уране был с 50-х годов по 70-е 20 лет. А сейчас мы живем и живем как раз с прошлого года, с позапрошлого года Плутона в Водолеях. Плутон в Водолее — это путь к свободе. Поэтому война не может быть, и победят те, кто стремятся к свободе. Смотрите, Россия оккупирует или пытается оккупировать Украину. Украина стремится к свободе. Плутон в Водолее — свобода победит. Вот так это все рассматривается. Поэтому тот, кто оккупирует, будет в проигрыше. К чему это приведет? Это приведет, вот если было бы как в Уране, то если был бы Уран или во Льве, вот как было там в 50-х, 70-х, и там были Хиросима, Нагасаки, испытания водородной бомбы, ядерные взрывы, то есть можно сказать, что тогда бы было. Если бы сейчас это было, то нам было бы не миновать. А здесь вообще мы живем 20-летний период, или начинаем жить 20-летний период, где слово «свобода» является тотальным, большим, огромными буквами написано. И, конечно, это на духовном плане повлияет на то, что деструктивные системы, такие как, допустим, влияние религии, влияние тоталитарных режимов, влияние, где находятся автократические тоталитарные режимы. Ну, это Китай, Корея, это Российская Федерация, это Белоруссия. Где находится, там нет свободы. И что будет происходить? Хотите вы этого или не хотите, будет происходить свобода. Поэтому ждите 20 лет, свергнут тоталитарный режим, ничего с этим сделать нельзя, а победит тот, кто стремится к свободе. Тот, кто пытается не свободу навязать, будет в проигрыше. Вот и конец. Все это знают прекрасно, никто не хотел войны, потому что планетарно война сейчас не должна происходить. И она однозначно будет только вести к тому, что будет свобода. Эх, Марина Чакина-Клюс. Действительно ли вселенная... Ага, когда что-то поменяется в наших странах. В нашей стране скоро, в лучшую сторону. В РФ, скорее всего, это произойдет в... январе 2024 года, и будут изменения очень яркие, и потом через 40 лет будет очень сильная такая революция, будет очень активная такая борьба, и это будет аж потом. То есть мы еще этого увидим, это может быть и не увидим, мне уже там под 50, и я скорее всего это не увижу.